Всем привет! Меня зовут Мика Хигай, Royal Master Atomy. Сегодня у нас очень интересная тема – бьюти-вебинар по продукции Atomy, именно раздел «Красота». На этот вебинар меня смотивировала компания, ну и также все обучения, которые я проходила у косметологов, получала лечение у косметологов здесь, в Корее, а также в Казахстане. И эти знания, они, надеюсь, что пригодятся вам, нашей команде. И далее вы этот ролик можете рекомендовать уже своим ученикам. Потому что, так как мы работаем с вами с косметикой, и косметика — это большой раздел нашего интернет-магазина, будет здорово, если вы будете разбираться и в том, что касается красоты. Зачем нужно проходить это обучение? Первым делом то, что раздел красоты важен для товарооборота. Потому что если вы посмотрите, сколько PV дает набор Fame и, например, лапша рамен, то вы убедитесь, да, в том, что если ваши клиенты будут покупать именно фейм-набор, то у вас будут быстрее закрываться бинары. То есть для вашего бизнеса важно, чтобы ваши клиенты, они делали покупки именно с раздела «Красота». Следующий пункт – корейская косметика пользуется большим спросом. И Atomy – это корейская компания, причем компания, которая производит нашу косметику и витамины, это Colmar B&H, очень известный завод в Корее. И когда корейцы, не зная об Atomy, но узнают, что продукцию, косметику делает именно Colmar, то у них полное доверие, потому что это завод, который имеет безупречную репутацию. Такие бренды, как Chanel, Lancome, также производятся на заводе Colmar. И этот завод не может себе позволить выпускать что-то некачественное. И Atomy старается выпускать самое высокое качество по минимально доступной цене. Следующая конкуренция на рынке косметики. Косметологии существуют. Если вы заметили, очень много, да? Не только корейская косметика, а косметики в общем. И все, конечно, хотят, чтобы покупали именно их косметику. Как сделать так? Как конкурировать с другими косметическими брендами, в том числе корейскими, а также конкурировать с косметологом? Потому что иногда людям проще сходить один раз к косметологу, чем делать уход утром и вечером. Да? Нам нужна вот эту ценность ухода ежедневного тоже транслировать. То есть это намного удобнее для клиента будет, если вы сможете передать то, что ежедневный уход на самом деле экономит деньги клиента, потому что лучше, конечно, делать уход ежедневно, тогда можно профилактировать большое количество проблем с кожей. То есть в корейской косметике именно уход ежедневный играет такую большую роль, чем работать с последствиями, что это более затратно и более болезненно, да, то есть разные инъекционные процедуры, которые проводят, да, косметологи. То есть если ваши клиенты делают уход на ежедневной основе, то они избегают большого количества проблем. Плюс, если вы даете нужные рекомендации по поводу какой набор, когда нужно будет, при каком состоянии кожи, при каком типе кожи выбрать, тоже очень сэкономит их время и деньги. Быть экспертом в своей области. То есть это обучение вам поможет основы, азы красоты, косметологии изучить. То есть уже разбираться в основах. Далее, конечно, вы можете уже углубиться в интересующую вас тему. Но мы сегодня заденем базу. Следующий пункт – вызывать доверие. Самое главное сейчас для продаж
это доверие. Если нет доверия, то нет продаж. И не обязательно, чтобы люди покупали именно определенный бренд. Если вы сумели вызвать доверие, то клиенты могут покупать у вас и делать это на постоянной основе. Далее самооценка. Когда нет чувства самозванца, вам намного легче работать. То есть вы новичок, вы только начали работать в Атоме, и вас спрашивают, какой уход мне лучше подобрать, какой солнцезащитный крем подобрать. И вы немного неуверенно себя чувствуете, и это может негативно сказаться на ваших продажах, да, на доверии клиента. Когда же вы точно знаете, в каком случае рекомендовать определенный товар, то ваша самооценка и то, как вы себя воспринимаете как бизнес-леди, тоже очень хорошо работает. То есть вы себя начинаете больше любить, уважать. То есть это приятно в любом случае. Улучшить свой уход и свое состояние кожи. Тоже очень важный момент. Благодаря этому обучению вы, возможно, сделаете какие-то изменения в своем уходе. То, что будет больше вам подходить. И состояние вашей кожи улучшится, а это очень важно в нашем бизнесе. То есть не быть сапожником без сапог. Быть в прекрасном здравии, да, потому что мы еще и витамины БАДы с вами рекламируем. Но и еще, чтобы наша кожа прекрасно выглядела, и мы получали комплименты и вопросы. Чем же ты пользуешься? Да, я тоже так хочу, расскажи. И последнее, выступать на семинарах в качестве спикера уже как эксперт. Всегда приятно слушать того, кто владеет информацией и чувствует себя как рыба в воде в определенной области. То есть это область косметики, косметологии, здоровья, да, что касается витаминов и товаров для дома. Не обязательно быть экспертом в товарах для дома, потому что, в принципе, там все понятно, да, но что касается косметики и здоровья, здесь можно углубиться. И именно это обучение сегодня поможет вам углубиться в эти знания. Давайте немножко начнем с биологии. Наша кожа – это самый большой орган, и то, что мы видим, да, это только поверхность. Вот здесь у кожи много слоев. Различают три основных слоя кожи. Это эпидермис 0,2 мм, дерма 1,9 мм и гиподерма, уже подкожно-жировой слой. Дерма – это считается вот сама кожа. Дерматология, да? Итак, эпидермис – это наш наружный слой. Верхний и эпидермис состоит из следующих слоев. То есть, чтобы косметики пройти через все эти слои, это довольно сложно, да, даже невозможно. То есть в дерму почти невозможно попасть. Поэтому косметика должна быть высокотехнологичной и иметь такие технологии, как ферментация, микрокапсульная технология, для того, чтобы был от нее результат. И Атоми – это как раз та компания Колмар, да, тот завод, который производит такую косметику. Поизучайте про то, в какие технологии у нас используются. И обязательно, да, это нужно тоже транслировать, что наша косметика, она результативная. А что значит результативная косметика? Это премиальное качество. То есть масс-маркет – это косметика, которая не дает результатов. То есть она и стоит недорого, и, ну, и эффект особо не чувствуется. Да? А наша же косметика стоит по цене масс-маркета, но качество у нее премиальное. То есть она дает результат благодаря своей высокотехнологичности. Итак, дерма – это тот слой, где у нас растут волосы, где у нас сосуды и коллаген, эластин, да, придают клеткам молодость и эластичность. Роль косметики тоже как дерма. То есть они, роль косметики в том, чтобы проникнуть в
глубокий слой кожи и клетки обновить. То есть клетки вот здесь появляются, да, в базальном слое затем идут выше, выше, и потом они уже здесь отмирают, и здесь уже роговой слой идут, да. То есть клетки, отмершие клетки у нас на поверхности кожи. И этот процесс обновления кожи занимает примерно месяц. Поэтому любой косметике нужно давать минимально месяц, чтобы увидеть результат. Итак, мы знаем сейчас, что косметике не так легко пробраться через вот эти все слои. И это очень хорошо, потому что кожа наша устроена таким образом, чтобы защищать. То есть кожа – это наружный покров нашего организма. Она терморегулятором является, поддерживает температуру. Она прочно и упруго защищает внутренние органы. Особые рецепторы в коже обеспечивают чувствительность. И самая важная функция – защита от внешних факторов, раздражителей. Итак, самое главное, что нужно знать о коже, это о том, что защита нашей кожи – это эпидермальный барьер. Если он нарушен, то наша кожа начинает терять влагу, то есть быстрее стареть. У нас появляются разнообразные бактерии, да, которые приводят к акне и более серьезным проблемам. То есть вот эпидермальный барьер также нарушают какие окружающие факторы. Это солнце. То есть почему у нас пигментация происходит? Потому что солнце убирает наш барьер, и у нас меланоциты вырабатывают пигмент, и у нас появляется пигментация. Ну и разнообразные проблемы, связанные с нарушенным эпидермальным барьером. То, что вы видите на картинку, это нормальное состояние рогового слоя. Его можно сравнить с кирпичной кладкой. Если есть кирпичики, ороговевшие клетки, которые называются корнеоцитами, между которыми цемент, липидный матрикс. Вся конструкция еще искреплена особыми связками. Они выглядят прямо как стальная арматура. Каждая клеточка окружена особыми веществами, которые притягивают к себе воду и удерживают ее в роговом слое. Что происходит с возрастом? То есть у детей, если посмотреть, им даже никакой почти не нужен уход, да? То есть им нужно только увлажнение и защита. Наши наборы Керабеби, например. Серабеби с керамидами или церамидами. Он защищает нежную кожу. Но детской коже не нужны, скажем, пептиды, да, потому что коллаген не нужен, потому что свои увлажняющие факторы достаточно для того, чтобы кожа выглядела прекрасно и молодо. Что же происходит с возрастом? Все эти процессы замедляются. То есть у нас уже и барьер начинает ухудшаться, и обновление происходит медленнее. И поэтому, чтобы как бы вернуть к себе вот эту молодость, чтобы кожа удерживала влагу, не испарялась, да, из-за радиаторов или кондиционеров и других факторов, вот это и есть роль косметики. То есть так, придать ей молодость и обратить время вспять. И это то, что делает косметика Атоми. Итак, давайте посмотрим, например, с кем бустера, как работают руки. Вот когда мы руками делаем уход, это вот выше, и, например, вот уже работаем бустером. Бустер – это электропорация, EEP – электропорация, технология. Я специально сделала скриншот и показываю вам, что я еще не владею корейским языком совершенства, то есть я умею читать, я разговариваю, но такую вот информацию, которая есть на корейском сайте, еще мне сложно воспринимать. Поэтому я, как и все, беру переводчик Google Translate на телефоне, просто фотографирую сайт в браузере, и он мне
автоматически выдает перевод. То есть вам советую сделать то же самое, да, и не ждать, когда кто-то переведет, когда появится какой-то текст, который можно будет скопировать. Он переводит довольно сносно. Как видите, да, вот у нас косметика, например, и роговой слой. То есть хороший пойдет на перевод, все понятно. Когда мы наносим косметику, обязательно нужно сделать так, чтобы она впиталась. Иначе она останется на поверхности нашей кожи, и не впитаясь, она просто не сможет там поработать для того, чтобы наши клетки стали лучше и красивее изнутри, а затем уже снаружи это все будет заметно. Да? То есть увлажнение глубоких слоев кожи возможно благодаря рукам, но более лучший эффект можно добиться, более глубокий эффект проникновения косметики, это при использовании EP Skin Booster, который доступен к заказу из корейского сайта. То есть что происходит? Как бы клетки раздвигаются за счет микротоков, которые отправляет бустер, и таким образом очень глубоко наша косметика начинает работать, и, конечно же, лучше результаты от этого. Вообще электропорация – это безинъекционная такая терапия. Эта процедура в косметологии называется биоревитализация. То есть глубокая аппаратная клеточная терапия без инъекций, не безболезненно. Основным преимуществом такого метода является то, что все активные вещества поступают в кожу напрямую, при этом не травмируя. Они могут быть доставлены в любой слой эпидермиса, не вызывая ощущения дискомфорта у пациента. Глубокое увлажнение питания клеток эпидермиса является основными компонентами комплексного профессионального ухода за кожей, лица и тела. Интрадермальное введение индивидуально подобных активных препаратов и мезококтейлей является наиболее эффективным способом борьбы с несовершенствами и недостатками кожи. То есть такой аппарат можно использовать даже косметологам в косметологических кабинетах, потому что ну, это вот ваш косметолог дома, потому что он имеет такой эффект. Максимально продвинуть косметику в глубокие слои кожи и таким образом увеличить ее эффективность. Так как работает электропорация, давайте посмотрим. Процедура электропорации предполагает введение препарата в кожу под воздействием не низкоинтенсивного импульсного тока. Таким образом, исключается применение как шприцов. Это что касается вот мезотерапии. Помните, такие инъекции в кожу вводят. Это больно, а потом после этого и следы остаются. Тогда как микротоки, они безболезненны и не имеют противопоказаний. Также наша компания постоянно улучшает и дизайн, и состав. То есть я показала наши составы не одному косметологу, и все они говорят, что Atomy очень хорошая косметика. Если разобраться в составе, то действительно, да, можно увидеть, что очень много растительных компонентов. Ну, то есть компания старается не бежит за продажами, да, именно чтобы продажи были постоянными. Как этого добиться? Это должно быть высокое качество. Когда мы пришли в компанию в 2018 году, Fame набор выглядел именно так. Он был шестиступенчатой системой. Улучшили, то есть добавили керамиды, да, это натуральная защита, барьер нашей кожи, гиалуроновую кислоту, масла, и этот набор стал еще более эффективным, который применяется для осветления, для увлажнения глубокого. Но в каких случаях можно рекомендовать именно этот набор какой кожи, это мы посмотрим далее. Также, кто помнит набор, акванабор теперь стал гидронабором, да, то есть кушоны тоже стали лучше, более функциональными, они осветляют и не из-за пота, да, не стекают. Ну, то есть
идеальная косметика, потому что постоянно улучшается. При этом цены остаются примерно такими же. И конкурентоспособные цены. То есть, если вы сможете ценность этого продукта передать клиентам, несмотря на то, что да, это сетевой бизнес, и пройти через эти преграды благодаря мастер-классам, благодаря своему результату и тому, что они начнут пользоваться и увидят эффект на своем лице, то есть вы сможете завоевать это доверие. И давайте разберем типы кожи. Самые счастливчики – это, конечно, нормальная кожа, когда почти нет никаких проблем, нет ощущения стянутости, жирности. И в таком случае можно рекомендовать набор Fame. Потому что, ну, вот даже весь набор, да, сразу. Весь набор, тут и крем есть, и тонер, то есть все 5 средств. Если это лето, да, хочется более легкого ухода, можно обойтись только тонер, эссенция, лосьон. Ну и крем для век, если нужно. Зимой же нужно уже подключать крема, потому что зима – это такое время обезвоживания кожи. Следующий тип – это сухая кожа. Сухая кожа – это постоянное ощущение стянутости, особенно после умывания. Вы чувствуете, и также вы видите признаки старения раньше на сухой коже, чем на других типах. В таком случае можно, например, порекомендовать и набор Fame, и набор Absolute. То есть они очень хорошо работают. Набор Fame, он от 20 лет примерно, да, можно уже использовать, 25 можно. А набор Absolute рекомендуется от 30 лет. Потому что он уже борется активно с признаками старения. Плюс целактив – это особая технология, когда ингредиенты, очень дорогие и эффективные ингредиенты, доставляются глубоко в кожу и сами определяют, какие клетки нуждаются в омоложении. И то есть работают очень умно. Следующий тип кожи – это жирная кожа. Постоянное ощущение жирности, которое испытывает такой кожи, мы не рекомендуем предыдущие наборы, ну, если только вот тонер, да, то есть очень легкие, жидкие текстуры нужны жирной коже, не крема, не советуйте крема, иначе вы можете потерять клиента, да, то есть неверная рекомендация, что-то не подошло, уже нет доверия ни к вам, ни к компании, то есть такому человеку даже будет неважно, сколько других линий косметики у нас есть, просто уже будет, когда подорвано доверие, то он не будет к вам обращаться. А это, конечно, будет сказываться на вашем товарообороте. Поэтому будьте аккуратны, когда вы делаете рекомендации, очень задавайте много вопросов, будьте очень внимательны, спрашивайте фотографии, спрашивайте, что уже есть из косметики у человека, и не старайтесь что-то впихнуть, да, старайтесь выслушать и помочь клиенту решить какую-то его боль. Итак, жирная кожа, можно предложить набор гидро, потому что он состоит всего из 2 средств, это эссенция и крем. Крем довольно легкий и полюбившийся многим. Эта эссенция также обладает осветляющими свойствами. Следующий тип – это комбинированная кожа. Когда жирности зоны нормальные или сухие щеки. У меня, например, жирные щеки, Т-зона довольно жирная, а сухой лоб. Ну, то есть комбинированная кожа – это когда у вас такое неравномерное распределение. И в этом случае тоже не предлагайте сразу весь набор. Хорошо, если вы предложите что-то. Можно даже из разных линий, то есть в Атомии можно комбинировать линии разных, например, Snow и Fame, Absolute или Hydra, или Cica, ну, то есть по желанию уже клиента или по вашей рекомендации, потому что ингредиенты примерно похожи, то есть не будет такая гармония ингредиентов есть, и вы можете посоветовать. Ну, я, например, пользуюсь Snow тонером и сывороткой Абсолют, лосьоном Абсолют, но не крем, да, опять же,
Каменина – это больше к жирной коже. То есть здесь плотные текстуры не советуете. И последний тип – это чувствительная кожа, которая легко краснеет. Краснеет, стянут, то есть испытывает раздражение. В таком случае можно предложить набор ЦИКА. Еще как можно определить вашу тип вашей кожи, это если вы умоетесь и через пару часов приложите тоненькую мягкую салфетку к своему лицу. То есть хорошенько вот так ее, чтобы она прилегала, хорошенько впитать ее, и затем убрать эту салфетку и посмотреть на следы от вашего лица. Нормальная кожа – это незначительные следы. Комбинированная кожа – это видимые следы в районе лба, носа и подбородка, то есть это Т-зона. Да? Сухая кожа – салфетка без следов. Почти, да. И жирная кожа, следы по всей салфетке или большей ее части. Когда вы смотрите на фото клиента или проводите мастер-класс, вы можете определить тип кожи, это будет вашим большим плюсом, и сразу больше доверия к вам будет, конечно, от клиента, как к эксперту. Когда вы можете использовать такие термины, да, как комбинированная и другая кожа, то есть это говорит о том, что вы понимаете, что, о чем вы говорите, и что вы можете действительно помочь такому клиенту решить какую-то его проблему. А также можно посмотреть на поры. Вот когда у вас, ну, вам отправляют фото или во время мастер-класса, вы не можете, да, провести тест салфеткой, потому что, ну, у клиента может макияж, вы не можете там пару часов ждать, когда кожа после умывания снова встанет в свое привычное состояние. Поэтому вы можете что сделать? Вы можете посмотреть на чистое лицо, попросите, если это фото, попросите сделать фото на заднюю камеру при хорошем свете, на заднюю камеру телефона, и посмотреть на поры. У нормальной кожи пор не так много. Ну, вот примерно где вот эти следы, да? У комбинированной кожи будут поры и на щеках, и в Т-зоне. У сухой кожи почти нет пор, и у жирной кожи поры по всему лицу, они довольно крупные, особенно на носу. На черные точки бывают обычно, то есть это таким образом вы можете определить. И также вот здесь есть еще подсказки. Справа нормальные, это затемненные поры в Т-зоне, легкий блеск и воспаляется редко. Нормальная кожа, поэтому мы говорим счастливчики. Сухая кожа. Не видно пор, не блестит, стянуто и шелушится. Ну, я думаю, что даже спрашивая вопросы, такие как, чувствуете ли вы стянутость, жирность, уже могут вам ответить на то, какой тип у клиента. Жирная кожа – это вот так, да, в виде волн указан жир. Склонная к кугрям, крупные поры, жирный блеск. То есть это у нас кожный жир так вырабатывается активно. Но хотя, да, что у жирной кожи и комбинированной очень много проблем бывает с кожей, не расстраивайтесь, потому что такая кожа меньше подвижна старению, потому что своих увлажняющих факторов очень много, тогда как сухая кожа, она быстрее стареет, то есть быстрее видите признаки старения, морщинки на коже, даже в молодом возрасте. Комбинированная кожа – это жирная в Т-зоне, в остальном сухая. И чувствительная кожа – это когда реагирует на пищу, среду, склонна к красноте, высыпанию, зуду. Расскажу свою историю. То есть вот, вот такое фото в идеале должно быть. Хороший свет и видно поры. В таком случае вы можете определить тип кожи. В моем случае это комбинированная кожа. Да? То есть мы видим поры в Т-зоне, также на щеках и на подбородке. Но не на... Вот, то есть на щеках, вот на крылышках носа, да, вот вокруг, но не по всему лицу. То есть поры не жирная кожа, но комбинированная. Также, если вы посмотрите, у меня довольно сухой лоб, здесь у меня морщинки.
наша косметика позволяет сделать кожу идеально. Да, вот эта фотография выполнена без фильтров. Поэтому вот так важно и уход, и декоративная косметика, да, то, что, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Покажу вам страшные картинки. Это вот то, как сильно воспаляется моя кожа при неправильном уходе. То есть, когда я не разбиралась, какой у меня тип кожи, что мне подходит, что нет. И, ну, там, гормональные тоже изменения, стресс играет роль. Ну, в общем, у меня кожа легко воспаляется. Даже вот это акне, которое называется кистозное, когда один за другим появляются прыщи, это очень тяжело и это очень печально, потому что я очень много от этого страдала и плакала. Если вы можете, поможете клиенту справиться с такой проблемой, то такого клиента вы не потеряете никогда. Я ходила к косметологам. Здесь, в Корее, мне и в Казахстане тоже делали такие болючие процедуры, когда прокалывали прыщи, и вы просто вытаскивали оттуда гной. К сожалению, из-за этих процедур у меня остались очень сильные шрамы. Теперь от этих процедур, от прыщей, на светлой коже, что такие шрамы, их очень сложно вывести. Что мне помогало, это вот во время такого сложного, да, периода, когда прям, ну, у меня было кистозное акне, это эхтиоловая мазь. Просто делать примочки, да, на копейки стоит, выводить вот этот гной из прыщей. И остальные мази мне особо не помогли. Что помогло мне из косметики Атоми? Это, конечно, наш набор акне-эксперт. Салициловая кислота здесь. Также цитрусовые экстракты из острова Чеджудо. Ну, то есть очень хороший состав. Вот когда мы пришли в компанию, этого набора не было. Он был предыдущий в своей первой версии. Сейчас это акне-эксперт набор. Он работает, конечно, очень хорошо. Поэтому во время такого сложного периода, во время воспаления, подходит только этот набор. То есть не нужно советовать там, набор Fame, Absolute и так далее. Лучше справиться сначала с прыщами, вернуть эпидермальный барьер. Все равно он у меня был сильно нарушен. Возможно, я слишком сильно очищала кожу, возможно, не так активно защищалась от солнца, потому что солнце ухудшает состояние кожи. И, ну, разные, да, факторы могут быть, но вот этот набор очень хорошо помогает. Дальше я пользовалась цикой, чтобы восстановить снова свою кожу. То есть не переходила сразу на более плотные текстуры, на более стандартные наборы. То есть я шла аккуратно, да, с акне-набора на цику. Затем у нас начались марафоны. Синергия, когда мы появились вообще ампулы, и я начала пользоваться ампулами. И, к своему удивлению, обнаружила, насколько они улучшили состояние моей кожи. То есть я перестала пострадать от кистозного акне. Оказалось, что эти ампулы обладают очень богатыми, крутыми составами, которые не только работают на омоложение, осветление, также на глубокое увлажнение и усиление кожного барьера. То есть иммунитет кожи очень хорошо прокачивается благодаря этому набору. Поэтому знайте его плюсы. И сейчас я не страдаю, да, только вот во время беременности меня высыпало, это гормональная, да, перестройка идет. А так, от серьезного акне я уже не страдаю, но я страдаю от его последствий. То есть это постакне. И вот сейчас появился набор Snow, который до этого был набором Spotal. Сейчас это более очень крутые технологии, которые направлены на борьбу с пигментацией. А также я надеюсь, что мое постакне тоже осветлится. Самый важный этап увлажнения кореянок – это тонер. Тонизация. То есть, когда мы подготавливаем после очищения, подготавливаем кожу к тому, чтобы уже там ампулы и
сыворотки лучше впитывались. Это эффект губки. То есть если вы на губку нанесете крем, то он останется на поверхности. Наша кожа действует так же. Она тоже такая пористая. Если же вы губку намочите и тот же крем нанесете, постепенно он впитается в губку благодаря тому, что мы сделали эффект проводника. Как раз тонер ими обладает таким эффектом. Или мист. Ну, то есть мист тоже можно использовать в качестве тонера в течение дня, если вы чувствуете стянутость, сухость. Если вы в кондиционером работаете, да, или солнечные лучи вас беспокоят, также зимой это отопление, то тоже постоянно нужно пользоваться. То есть наша цель с вами — постоянное увлажнение. Таким образом мы с вами отодвинем старость как можно дальше. Ну, конечно, этап очищения тоже имеет огромную роль в уходе. Мы делаем мастер-классы на наши четырех ступеньки, да, четырехступенчатом очищении. Также сейчас вышли еще маски. Мы об этом поговорим дальше. Итак, теперь мы посмотрим на состояние кожи. Не на типы, а состояние. То есть это временное состояние, которое нуждается в помощи. И обычно, да, почему клиент делает покупки? Потому что есть какая-то боль. Если вы можете эту боль закрыть и закрыть эффективно, то такой клиент будет к вам возвращаться за советом и будет видеть результат от этой продукции, и такой клиент будет постоянно. Наша цель в этом и заключается. Нормальная кожа – это набор фейм, покраснение цика, сухая кожа – абсолют, витилиго, да, то есть уже серьезное заболевание, это сбой иммунной системы и иммунитета кожи тоже. В этом случае вы обязательно отправьте человека к врачу, но можете посоветовать, что из продукции – это пить химохим и другие наши витамины, которые поднимают иммунитет. Также циконабор и солнцезащитный крем обязательно, чтобы не ухудшилось состояние. Герпес, можете попробовать нашу пасту. Паста имеет антибактериальные свойства природные, и как бы пленочка такую закрывает проблему, и даже вот язвочки на полости рта тоже справляется с ними, укусы и так далее. Загар. Это солнечный ожог, да, мы получили. Кожа вот испытала стресс, покраснела, то есть верхний слой, он сожжен, так скажем, да. Что делать в этом случае? То есть нам нужно восстанавливать наш эпидермальный барьер благодаря керамидам. Керамиды, они помогают восстанавливаться коже, создавать такой искусственный, да, барьер, потому что керамиды, они у нас есть. Оно просто, когда мы получили такой стресс, ожог, то своей защиты недостаточно. Нам нужно прибегнуть. Это детский набор, можно прибегнуть к нему. Также детям тоже рекомендуется пользоваться именно этим набором, потому что он имеет очень мягкий состав. То есть там практически ничего нет, кроме керамидов, как очищение, так и увлажнение. Следующее акне – это акне-эксперт. Возрастные морщины хорошо работают. Это набор Абсолют, Фейм. А также, конечно, лучший эффект окажут ампулы Синергия и Бустер. Потому что здесь и коктейль из пептидов идет, очень глубокое увлажнение, осветление, высокие технологии. Далее, загрязнение пор – это масочки. Такой набор у нас есть для очищения. Различные пенки. Просто я уже не стала их сюда включать, но их у нас очень много. Далее на картинке покажу еще, что можно использовать. Круги под глазами, это масочки хорошо работают, то есть ампульные патчи, когда нам нужно справиться с какой-то проблемой перед важным событием, например. Дерматит – это тоже проблема, с которой нужно обращаться к врачу. То, что вы от себя можете посоветовать, это снова, да, работать с иммунитетом и набор с керамидами. Жирная кожа, гидронабор.
Причины акне могут быть не только связаны с неправильным уходом. Очень много факторов здесь вы видите. То есть вам нужно поговорить с клиентом, спросить. Ну, то есть не только предлагать косметику, а также быть таким вот даже психологом, да, спросить, как ты питаешься, есть ли у тебя вредные привычки, может быть, у тебя какой-то стрессовый период сейчас, почему, да, гормональный фон, менструации, может быть, у тебя. Если вы сможете поговорить на эти темы, вы можете больше помочь. Возможно, такому клиенту будет мало нашего акне-набора, то есть она будет им пользоваться, но не будет видеть изменений. Почему? Потому что и другие факторы тоже влияют на акне. Можно предложить химохим как очищение, детокс организма. Да? Можно предложить другие БАДы, то есть я его поставила как базу. Если вы будете задавать больше вопросов, вы, у вас более целая картинка получится. Основа основ – это защита от солнца. То есть очищение, увлажнение – это, конечно, важный этап, но в течение дня обязательно должен быть уход от солнца, защита от солнца, потому что каким бы ни был уход, если, например, амбулочная синергия, да, человек пользуется, но не закрывает это все дело, не защищается от солнца, то эффект может не увидеть, может даже обратный эффект увидеть. Да? Поэтому настолько важно защищаться от солнца. Если кожа не защищена от солнца, даже в городе, да, и неважно какой сезон, то есть мы круглый год защищаемся от солнца, потому что солнце с каждым годом становится сильнее, да, глобальное потепление. Что это приводит? К сухости, обезвоженности. А это та проблема, которая ведет к преждевременному старению. Пигментация. Утолщение рогового слоя, закупоренности пор, то есть прыщи, преждевременное старение, повышение риска развития злокачественных образований. То есть если был такой, да, эксперимент, ну, как бы жизненный, две девушки, близняшки, они, одна ухаживала за своей кожей, а вторая, ну, как бы вообще никак не ухаживала. И, то есть одни генетические данные, оно разный результат вы видите на лице. И это все солнце. То есть солнце как бы наш друг считается, но в то же время может очень сильно навредить нашей коже. Солнце дает витамин D, но это 5 минут буквально постоять на солнышке. Вам нужно обязательно защищаться от солнца, как это делают корейцы, которые с рождения до глубокой старости наносят крем прям чуть ли не такой белой пленочкой, что это видно даже под маской. Маска не защищает от солнца. Обязательно. Тогда вы отодвинете тоже старение и другие проблемы с кожей. Если же уже у вас появилась пигментация, то вот такой набор Absolute Snow поможет поработать с вот этой проблемой. И ваше лицо станет как раз вот как на картинке справа. Какие же у нас есть средства? Их довольно много. Вот это средство осветляющее еще, ну, также эссенция у нас осветляет, кушон, стики, детское молочко, которое можно использовать с рождения, с керамидами, и базовые средства от солнца. Что советовать для сухой кожи? Это более плотные текстуры. Для сухой, для кожи возрастной можно абсолют эссенцию. Для пигментации можно вот сноу. Да, то есть разбирайтесь в составах, пользуйтесь сами. Самое главное, когда вы пользуетесь сами, вы уже можете легко рекомендовать и ориентировать клиентов по ассортименту. Важный фактор в ухудшении состояния нашей кожи – это стресс. То есть наша косметика не ограничивается только лицо. У нас есть и товары для тела. Вот такой новый продукт – это масла эфирные у нас появились. Масло жожоба – основное масло. И три эфирных масла. Осторожно, будьте аккуратны. Такие масла эфирные нельзя применять на кожу в чистом виде. То есть их нужно обязательно смешивать с основным базовым маслом. У нас три вида их – лаванда, перечная мята и лимон.
Лимон – это витамин С, осветление кожи, да, и пробуждение. Просто вы можете открыть крышку, понюхать, уже получить заряд энергии. Лаванда – расслабляющий эффект. Также, если варикоз есть, можно смешать с основным маслом, да, массажировать, расслабляющий эффект. Перед сном хорошо лаванда, можно даже в ванную накапать капельки. Перечная мята тоже хорошо пробуждает, а также борется с воспалением кожи, то есть нет, воспалением даже организма. Если, скажем, человек заболел, оно выводит мокроту, если вы делаете массаж грудной и на спину. Так, жужоба тоже очень полезное, ценное масло дорогое, которое вообще эти все масла из Франции. И масло жужоба обладает увлажняющими свойствами, антиоксидант. То есть такой антистресс. Также запах просто шикарный всех этих масел. Обязательно пробуйте. Он поможет улучшить состояние кожи, даже вот то, что просто запахом. Ну, еще если вы будете это втирать, то можно добиться классных результатов. То есть лимон можно даже на лицо наносить. Вообще эти масла можно наносить на лицо, особенно что касается сухой кожи и зимних периодов. Лимон будет осветлять кожу. Вот такую новинку для ног я попробовала совершенно недавно и была в полном восторге. Скраб для ног, он обладает охлаждающим эффектом. То есть такой эффект релакс я давно не чувствовала. И затем кремом все закрываете, то есть делаете ваночки для ног. Просто прекрасно. Можете сделать кому-то, и те просто будут в таком восторге, что... Можно даже сделать мастер-класс с этим скрабом. Представляете, какой счастливый выйдет клиент у вас с мастер-класса. Обязательно прикупит наборчик и будет счастлив. Мягкие, красивые ножки плюс расслабление. То есть расслабление – это гормон окситоцин, который является гормоном любви, счастья. И просто ваше состояние кожи, настроение будет улучшаться. И на этом фоне, конечно, будете выглядеть лучше. Такие товары у нас есть для тела. Также, когда клиент покупает, например, какой-то набор, обязательно дайте ему памятку, как, чем пользоваться. Можно даже написать на каждой баночке там 1, 2, 3, 4, 5, чтобы просто облегчить жизнь клиента. Он это сильно, или она это сильно оценит. Набор Absolute, например. Здесь набор Fame, а это набор Snow. Как пользоваться, то есть в какой последовательности, а также утром или вечером, да, здесь указано, солнышко – это дневной уход, луна – вечерний, только вечерний уход. Масочки, которые вышли совершенно недавно, это люксовые маски. Одна из них направлена на очищение, глубокое очищение пор, и остальные работают на увлажнение, анти-эйдж, питание, лифтинг. Да, вот маска с французская роза, да, это лепестки роз в Европе. Здесь мед и женьшень, тоже мед самый лучший, манука, женьшень тоже самый лучший, самый качественный. И мой фаворит – это вот эта маска, глиняная маска и мед. Потому что, ну, запах просто шикарный. И тоже стресс убирает очень хорошо. А золотая маска, она самая дорогая из всех. Она ночная, то есть ее не надо смывать. Все три смываются. Первую маску наносите на максимум 20 минут. Вот эти две на часик можно оставить и затем смыть. А золотую маску оставляем на всю ночь. Маски вообще что делают? Да? Тканевые, гидрогелевые, они заменяют вам несколько этапов ухода, потому что в самой маске уже есть эссенция. То есть вы можете после умывания просто нанести маску в момент, когда сильно устали или когда на следующий день у вас планируется какое-то важное мероприятие, вам нужно выглядеть на все 100. Тогда вы можете воспользоваться маской.
Вот такой список предоставил нам корейский филиал. Все, вот все очищения, да, какое у нас есть. Это у нас верхний пункт, это осветляющий уход. Здесь у нас очищение и амбула сияние и набор абсолют. Snow. Дальше два пункта на омоложение идут. Вот эти масочки как раз, да, здесь. Ну, в общем, масочки, они универсальные, их можно использовать в любом типу кожи. Дальше у нас здесь идет увлажнение. Гидра, вот набор, видите, увлажняющая ампула. И мыло с низким pH. Ну, то есть pH, который совпадает с нашей кожей. То есть никак не нарушает наш эпидермальный барьер. А дальше уход от акне и уход для чувствительной кожи. Пользуясь случаем, хочется позвать вас на седьмой поток бьюти-марафона октябрь 2022. Можно будет использовать ампулу синергия, как обычно, и выиграть набор абсолют, если выполнить все условия, дойти до конца. Весь октябрь мы делаем с вами уход утром и вечером. Это очень сильно дисциплинирует, приучает вас к тому, что мы делаем уход, и у вас получается результат. Да? Представьте, постоянно делать уход, не пропускать ни одного дня, делать фотографии и в конце иметь возможность выиграть целый набор абсолют из 6 средств. Если по какой-то причине у вас не получается, нет возможности к октябрю успеть приобрести эти ампулы, наши замечательные, волшебные, то можно участвовать с товарами, которые указаны вот здесь, только с ними. То есть больше мы не принимаем никаких других. Как же пользоваться, да? Как применить ампулу в уходе своем? Это очищение сначала от макияжа, да, затем пенка, а потом ампула с бустером, сам основной уход и солнцезащитное средство, если это день. Если это вечер, солнцезащитное средство использовать не нужно. Ну и спасибо всем нашим участницам. В июле у нас прошел марафон, и у нас делятся отзывами, то после фотографии. Очень приятно, что вы участвуете. Такие отзывы могут быть у вас. Да? Затем эти свой отзыв вы можете использовать в соцсетях, да? Показывать, насколько вообще улучшилось у вас состояние кожи, даже настроение, да, видно по лицу, насколько увереннее в себе вы стали, счастливее, да, вы даже на фотки посмотреть, как будто счастливее лица стали. Поэтому участвуйте обязательно. Говоря о красоте, нельзя не сказать о уходе за волосами. У нас большая линейка ухода за волосами. Это и есть у нас уход от выпадения волос, что часто беспокоит мамочек в декрете, да, после родов. Краска есть для волос и масло для волос эфирное, которое делает волосы блестящими, красивыми, не секутся концы. И вот тот набор, с чего я начала знакомство с продуктами за волосами, это Scalp Care. Это лечебный набор, который возвращает иммунитет волосяных луковиц, да, волосяного покрова вашего. Потому что с детства я пользовалась некачественными шампунями, да, и очень сильно испортила свой волосяной покров. То есть у меня кожа, она постоянно испытывала зуд, падали волосы, жирность была чересчур. То есть это все говорит о том, чтобы уход был неправильный. И когда я начала пользоваться Scalp Care, я сразу почувствовала, ну, наконец-то, да, вот этот вот зуд прошел. Чему я безмерно благодарна, потому что я тоже очень много трихологов обошла и в Казахстане, и в Корее, и мне предлагали какие-то шампуни, но за баснословные деньги я, конечно, покупала, но они действовали временно. В Атоме же адекватные цены, но результат такой классный, что ты не применяешь эти баночки на никакие другие. То есть, пользуясь, я пользовалась и шампунем, и кондиционером, и теперь
после нескольких лет применения этого набора я могу наконец-то пользоваться любыми шампунями. Ну, конечно, я выбираю шампунь Абсолют. Просто в начале, например, через год после использования скалкер я попробовала пользоваться там, травяной или Абсолют, но у меня опять появлялась там перхоть или зуб, и я продолжала пользоваться скалкер. Сейчас же я могу этим набором не пользоваться. Я могу уже пользоваться, ну, чем хочу. И это большая свобода. Для меня сейчас я пользуюсь... когда в доступе там травяной шампунь, я им пользуюсь. Да, вот в дорожном наборе он есть, и у меня прекрасное состояние волос, да, никакого зуда, ничего нет. Но так как у меня волосы тонкие и хочется блеска, да, я сейчас жду малыша, и после родов у меня волосы тоже состояние немножко ухудшится, и я сейчас пользуюсь набором протеиновым, очень крутой набор, который, ну, очень дешево у нас стоит. На самом деле в Атоме такие шампуни с таким качеством продаются намного дороже в других компаниях. Воск мужские, да, есть мужские товары, есть у нас краска для волос. То есть очень большой выбор из того, что можно предложить клиенту. Также у нас есть декоративная косметика, которая поможет скрыть недостатки и сделать ваше лицо идеальным. Как же это сделать? Конечно же, за этот вебинар вы не научитесь сразу всем азам, просто всем, то есть тонкостям макияжа, это нужно отдельно изучать. Я очень люблю YouTube, там можно написать любой запрос, например, как сделать круглое лицо овальным с помощью косметики, и вам там вам научат, покажут, просто нужно вбивать, да, вот что вбивать в YouTube, как обучаться, это, конечно, нужно знать. Что здесь сделали, да, получается? Затемнили скулы. У нас есть скульптор. А вот сверху, да, на лбу и виски. То есть это позволяет контурировать лицо. И осветлили выступающие части. Также можно носик скорректировать, да, вот где у нас нос, чтобы сделать его вот меньше, визуально меньше. И хайлайтером, получается, вот хайлайтером осветлить те участки. И благодаря такому эффекту получается, что у нас идеальное лицо. Так, бикрем или кушон? Что вы предпочитаете? Потому что у меня проблемная кожа, я стараюсь не пользоваться макияжем, когда у меня нет никакого важного мероприятия, съемки. Но когда у меня нужно сделать кожу идеальной, то я пользуюсь обычно солнцезащитным средством, потом базой под макияж и BB-крем. Если же мне нужно в течение дня подправить макияж, я пользуюсь кушоном. То есть здесь уже нужно тоже пользоваться всеми этими средствами, и таким образом вы сможете порекомендовать, что лучше. Но вот, например, Healthy Glow обладает, все они обладают SPF, но очень маленьким. То есть почему я советую еще и дополнительно делать основу из SPF, потому что SPF-крема у нас должно хватать на 2 пальца. То есть настолько много нужно его использовать. Капельки нам не хватит, да, которые содержатся в тональных средствах, поэтому очень обильно нужно применять SPF за полчаса до выхода, затем впитать уже BB-крем или кушон. Тогда у нас будет хорошая защита от солнца. Также косметику можно подобрать по цветотипу. Как это сделать? Нужно разбираться в цветах. Есть холодные у нас оттенки, есть теплые. И лицо тоже у нас имеет цветотип. Вот теплая весна и теплые актрисы, да, с теплым цветотипом у нас актрисы, певицы
и таким, если у вас такой цветотип, вам подойдут теплые оттенки, что указано справа. Summer, да, это уже холодные, лето, холодные оттенки подходят, ну, такие нежные. Осень, тоже теплые оттенки подходят, и зима, холодные. И как же определить свой цветотип? Поможет вот, вот такая памятка. У нас есть зима, лето, осень и весна. Основные критерии – смотрим на волосы, естественный свой цвет, на кожу, на глаза, то есть кожа без макияжа, да? А цвета, какие подходят и какие не. То есть благодаря тому, что вы будете вообще говорить о цветотипе, будете, возможно, краситься сами или красить кого-то, то вы тоже увеличите свою экспертность и доверие клиента. Вызовите это тем, что, нанеся какую-то косметику на человека, она будет ему подходить. Вот в этом и заключается, да, экспертность и профессионализм. У нас есть разнообразные палитры. Это Аделика. Тоже у нас раньше до Аделики были тени, только сколько их, 6 штук было. Сейчас же у нас косметическая линия тоже увеличилась. Есть вот такие оттенки, да, они довольно теплые. Здесь у нас вот такой вот низ холодный. Вот такие теплые тоже. Здесь у нас есть холодные оттенки. То есть вы, когда у вас клиент будет спрашивать, какой набор Аделика, например, у нас 4 набора Аделика, 1, 2, 3, 4, какой мне подойдет? И вы можете спросить фото, да, определить цветотип и затем рекомендовать ту или иную палитру. Также у нас есть вот румяна. Холодные, теплые и такие нейтральные, такие больше светлые, да, идут для осветления. То есть, чтобы не, ну, такой легкий румянец придать. А эти у нас уже более такие сильные. То есть, это холодным типом, это теплым типом больше подходит. Свой цветотип, я думаю, что у меня осень. И мне идут теплые оттенки. Холодные не идут. Теплые контрастные, коричневые, желтые, оранжевые, красные, теплые, розовые, зеленые, янтарные оттенки, ярко-синие. Да, очень круто выглядит, если вы будете проводить не только вот такие уходовые мастер-классы, но еще и декоративную косметику, когда вы будете выводить. У нас и кисточки есть, да, специальные для нанесения макияжа. И вот на Академии в Корее проводили, эксперт проводила мастер-класс по визажу, и половину лица только накрасил. То есть это и BB-крем, там пошел кушон в дело уже, и Аделика набор только наполовину. И потом был результат до-после, и было видно, да, что одна половина выглядит такой ухоженной, красивой, а вторая, ну, без макияжа. И вообще эффект до-после очень классно работает не только на мастер-классах, также онлайн, в соцсетях вы можете использовать этот трюк. То есть у вас увеличится продажи только потому, что вы будете экспертны в визаже, будете проводить, ну, сами или показывать на себе. В соцсетях важно, да, чтобы вы на себе показывали, что вы умеете, да, что вы сами этим пользуетесь и умеете пользоваться, чтобы вызвать тоже доверие. Посмотрите, что... как можно использовать нашу косметику, да, чтобы показать эффект после, вообще эффект косметики, чтобы также у вас пошли продажи. Чтобы показать, вот я показываю здесь, что я замазываю на свои недостатки кожи нашей косметикой, и кожа выглядит идеально. И вот здесь тоже посмотрите. Ну, можно по-разному играть с сюжетом, с сценариями. И вовлеченность, да, охват у вас увеличится, когда вы будете пользоваться косметикой, показывать вот этот эффект. Покажите до-после, да, покажите, как вы... Сам процесс нанесения косметики тоже это вот то, такие ролики, которые захватывают внимание, а это самое главное в соцсетях. Если ваши ролики
отвечают этим требованиям, то у вас будет расти число подписчиков, а затем через этих подписчиков, да, вы будете уже получать регистрации, заявки в бизнес. У нас есть группа Challenge в WhatsApp, нет, в Telegram. А если вы хотите туда добавиться, чтобы получать идеи для Reels, то, что сейчас в тренде, да, актуально очень, обязательно добавляйтесь через ваших спонсоров в ранге. Надеюсь, что сегодняшнее обучение было для вас полезным. Постаралась передать свои знания и сделать так, чтобы донести информацию очень просто. То есть, чтобы новички даже смогли благодаря этому обучению сориентироваться в нашей продукции и как ее рекомендовать. Я очень надеюсь, что ваш бизнес будет развиваться глобально, так как у нас большое количество стран может участвовать в маркетинг-плане, да, и пользоваться продукцией, получать эту шикарную продукцию, улучшать состояние своей кожи и помогайте людям делать то же самое, чтобы они себе нравились, самооценка росла и росли и доходы. Всем пока!